Привет, так как же правильно вставить SVG в React? Давай рассмотрим 4 варианта. Первый вариант. Подключаем SVG как EMG. Это работает, но имеет ряд недостатков. Во-первых, во время загрузки страницы мы загружаем лишние файлы. Во-вторых, мы не можем стилизовать и контролировать элементы внутри SVG. Второй вариант. Добавляем SVG-код непосредственно в JSX-разметку. Открываем SVG-файл и копируем содержимое. Вставляем вместо картинки. На вид иконка не изменилась, но теперь у нас есть доступ ко всем внутренним элементам. Можем их стилизовать, добавлять ховеры и события. Третий вариант, компактный. Для этого мы используем встроенный метод react-component и получаем отдельный компонент лого. Добавляем его в разметку. Также видим содержимое SVG файла в разметке. Ну и самый практичный способ — это создать свой react-component лого. Создаю компонент, переношу в него содержимое SVG, передаю пропсы, например class name, импортирую компонент лого. На вид ничего не изменилось, но у нас есть полный контроль над иконкой и мы можем переиспользовать этот компонент на других страницах. Теперь ты знаешь, как вставить SVG в React. На этом все, до встречи в новых видео.